В Хабаровском крае работает 6500 торговых объектов, среди них и розничные сети. С 2022 года их количество в регионе выросло на 3%. Стало больше так называемых магазинов у дома, также востребованы дискаунтеры. В их ассортименте представлены и местные товары. Это молочная продукция, яйца, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты. Но за покупателя необходимо бороться. Мы пытаемся маркировкой эту историю сделать. Вот, пытаемся делать островки, на которых выделять эту продукцию. Используем разные направления, как «Выбирай свое», «Выбирай хабаровское». Вопросы развития потребительского рынка в Хабаровском крае рассмотрели на расширенном заседании правительства. По словам главы региона Дмитрия Демешина, хабаровская продукция мало известна в масштабах страны. Действительно не знаю такого продукта, но за исключением рыбы и там красной икры, которая известна как торговая марка. Краснодарская известна, алтайская известна, хабаровская нет. Ту же рыбу, да мы можем подсветить красиво на федеральном уровне. В 2023 году в регионе в полтора раза в сравнении с 2022 увеличилась доля интернет-продаж. Однако в основном это покупка товаров. Хабаровская же продукция на маркетплейсах почти не продается. Дмитрий Демешин дал поручение профильным министерствам проработать вопрос продвижения в цифровом пространстве. Выходите с инициативами. Начиная там от хабаровского там, молока, там, я не знаю, что, соек, высоты, заканчивая там, я не думаю, что СУ-57 нуждается в рекламе, высот, хотя его тоже можно засунуть в этот, вот, по сути, пропагандистский вот, цифровой агрегат. Это то, чем может гордиться Хабаровский край. На выполнение поручений главы региона отраслевым министерствам дано 1,5 недели. Также Дмитрий Демешин нацелил глав муниципалитетов и Центр занятости населения содействовать одной из торговых федеральных сетей, работающих в регионе, а именно помочь с помещениями и кадрами. Анастасия Привецкая, Виктор Казаров для «Большого города».